достоверно приводится от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в обоих сахихах. В хадисе Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы найдете, что люди подобны источникам. Лучшие из них в джахилии, лучшие и в исламе, если у них будет правильное понимание». И Аллах разделил людей на разные виды в зависимости от того, как они принимают истину. Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. А несправедливым это не прибавляет ничего, кроме убытка». И также Всевышний Аллах сказал: «Скажи, это верное руководство и исцеление только для тех, которые уверовали, а уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему». Есть люди, которые принимают слова Аллаха, и они приносят им пользу. И принимают слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и они приносят им пользу. А есть другие люди, и у них все наоборот.